домой и сварить бульон. Нет, спасибо. Я дома не готовлю. А я не говорю, что их надо готовить, а просто их можно взять. А, просто сварить. Не надо готовить, есть сварить. Эти вареные кости – это прямой путь к выздоровлению и отсутствию остеохондроза. Все не смогли. Ты видишь, что здесь творится, когда тебя не было? Мне страшно представить.